Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайные зрители. Я продолжаю вас знакомить со своей системой периодизации. На предыдущих двух неделях мы с вами поработали. Одну неделю целиком и полностью посвятили гликолитическим мышечным волокнам. На широчайшие и трицепс. Затем целую неделю тренировали окислительные мышечные волокна.
Почему нужно качать оба типа мышечного волокна? Все очень просто. Наукой давно доказано, что и окислительное, и гликолитическое мышечное волокно имеет одинаковый потенциал роста. Другими словами, окислительное мышечное волокно увеличивается ровно настолько же, гипертрофируется, насколько способно гипертрофироваться гликолитическое мышечное волокно. Сегодня вторая тренировка данного цикла. Что мы будем делать? Естественно, сначала разомнемся. Так как мы сегодня будем приседать, я предпочитаю делать разминку в велотренажере. 5-7 минут до легкого выступления пота. Затем, друзья, обязательно делаем экстензии. Делаем 1-2 подходика с собственным весом, а затем выполняем 5 рабочих подходов на 7, максимум 8 повторений с одновременным отведением гантелей в стороны. Хорошее мощное взрывное движение, пауза легкая в верхней точке амплитуды и медленное подконтрольное опускание. Мощные взрывные движения концентрические и замедленные негативные. Вес подбираем таким образом, чтобы у вас в запасе оставалось еще достаточное количество повторений. Тренировка получается такая низкоинтенсивная, но высокообъемная. Именно такой вид тренинга нам с вами и необходим на данной неделе. Переходим к приседанию. Естественно, делаем 4 разминочных подводящих подхода. Подходим к своему рабочему весу. Это может быть такой же рабочий вес, с которым вы приседаете где-то на 10-12 повторений. И делаем 5 рабочих подходов на 5-3 повторения. Вы должны чувствовать, что вы работаете, но не перегружаетесь. После каждого подхода у нас с вами остается ощущение работы, но недовыполненной работы. Мы с вами кайфуем по-настоящему от такого вида тренинга. И кто бы что ни говорил, вы почувствуете потом, что все равно мышцы поработали, пампинг хороший, силушку богатырскую вы чувствуете, но вы не переутомлены. Это очень важно в данном виде тренинга. Отприседались, переходим к любимому упражнению большинства занимающихся в тренажерном зале. Честно говорю, не знаю, почему я не разделяю эту любовь к жиму штанги лежа на горизонтальной скамье. Я всегда больше любил и предпочитал наклонные жимы и с гантелями, и со штангой. А с тех пор, как у меня травмированы оба плечевых сустава, я стараюсь очень редко делать и осторожно горизонтальные жимы. Потому что из-за нестабильности плечевого сустава у меня происходят микроразрывы. Микроразрывы в грудных мышцах, иногда даже в широчайших. Ну что же, после определенной разминки обязательно, друзья, не игнорируйте разминку. Какой бы вид тренинга вы не практиковали, что бы вы ни тренировали, разминка очень важна, если хотите оставаться здоровыми. И, естественно, это будет помогать вам долго и качественно заниматься в тренажерном зале. Делаем то же самое. 5 рабочих подходов на 3-5 повторений. Несколько повторений в запасе. Основная задача — это хорошее, мощное, взрывное движение концентрическое и негатив замедленный немножко. Таким образом мы с вами тренируем взрывные мышечные волокна, быстрые мышечные волокна. Вес все равно приближен к максимальному. Поэтому включается, рекрутируется огромное количество мышечных волокон, двигательных единиц тоже. И что самое главное, такой вид тренинга позволяет налаживать связь мозг-мышца. Потому что чем больше вес мы используем, тем центральная нервная система работает сильнее. И что самое главное, и доказано уже научно, появляются новые связи, подключаются новые нейроны. И, естественно, больше мышц со временем вы сможете включать в работу, уже работая над гипертрофией. Заключительное упражнение сегодняшнего дня на трицепсы. Но грудные мышцы вы будете чувствовать тоже, особенно после жима лежа. Это относительно узкий жим штанги на той же горизонтальной скамье. Почему относительно?
Никогда не беритесь очень узко. Во-первых, вы перегружаете ваши кистевые суставы. Во-вторых, вы работаете с меньшим весом, чем могли бы. В-третьих, это непрактично по причине перечисленных двух выше причин. Извините за тавтологию. То же самое, здесь разминка как таковая уже не нужна. Можно сделать один прикидочный подход. И работаем 5 рабочих подходов на 5 повторений. Ну что, друзья, вот в принципе наша тренировочка и закончена. Не забудьте обязательно сделать заминку. И что самое главное, обязательно сделайте гиперэкстензию. Если у вас есть проблемы с поясничным отделом позвоночника, это единственное, что поможет вам. Потому что только гиперэкстензия действует декомпрессионно. Все остальное, что бы мы с вами ни делали в повседневной жизни, на тренировке, на работе, в школе, в институте, это компрессия позвоночника. Только гиперэкстензия, повторяю, это декомпрессия. И если у вас нет никаких проблем, то делайте это обязательно. Плюс моя гимнастика с гарантией будет служить вам тем, что вы никогда не будете испытывать проблем с поясничным отделом позвоночника. Друзья, надеюсь, вам нравятся данные ролики, где я с вами делюсь именно своей периодизацией, как я циклирую нагрузки. Вы можете попробовать это на себе, убедиться, что это как минимум одна из лучших систем, по которой вы можете тренироваться. Вы не перегружаете центральную нервную систему. Эндокринная система все равно работает немножечко по-разному. Но что самое главное, мы с вами отдыхаем и можем прогрессировать на каждой новой неделе, оставаясь при этом здоровыми, бодрыми и сохраняя, что самое главное, мотивацию. Вас жестко тянет на каждую новую тренировку. А я уже тренируюсь 30 лет. Хочу напомнить вам, что вышли в свет 2 мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Fuck Fitness». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. И поверьте мне, тренируясь подобным образом, вы разгружаете свою психику, вы разгружаете свою центральную нервную систему, вы прогрессируете и уберегаете себя от травм. И что самое главное по науке, вы даете своим миофибрилам целиком и полностью сформироваться, вырасти, окрепнуть. Это очень и очень важно. Друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, смело ставьте палец вниз. Но обязательно отпишитесь в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И еще очень важный момент. Если хотите не пропускать мои ролики, обязательно нажмите на колокольчик. Потому что по новым правилам YouTube, если вы этого не сделаете, вы можете пропустить следующий ролик. А я думаю, никто из вас, кто хочет грамотно тренироваться, не хочет пропускать мои новые ролики. По крайней мере, я на это надеюсь. И обязательно делитесь в соцсетях моими видеороликами. Заходите на мой сайт, вступайте в мою закрытую группу. Давайте вместе двигаться по этому прекрасному жизненному пути под названием Iron Religion. Помимо тренажерного зала, еще играю в хоккей вратарем. Вы знаете, это очень и очень сложно. Постоянно сел, упал, встал, сел, упал, встал. Ноги закисляются очень быстро. И именно такие тренировки помогают мне находиться на пике выносливости. При этом объемы ног у меня не страдают. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Nordtrop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем
меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы – это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная, она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Ну что, друзья, Animal Nordtrop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду Heavy Metal вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.